Привет, ребята. Приехал произвести небольшую разведку в поле, где в прошлом году охотился на гуся. Открытие у нас послезавтра. Получается, сегодня четверг. Вот место здесь у меня. В прошлом году я здесь охотился. Вот здесь вот стояла машина. Не машина, скородок. Вот это поле маленькое. Это зимы. А здесь была свекла. Вот ее вывозили, борозды чистили дороги. Вот борозда идет одна еще. В общем, приехал посмотреть. Присутствия гуси еще нет. Но здесь такое место, что здесь типа коридора летит он как бы. Вот, а зимы... Как бы зимы, не зимы. Мелкие еще совсем. Ну, травка зелененькая вот появляется, вот проплешина уже вот полосами. Вот. Вот как бы такие появляются. Ну там, по-моему, 16 градусов обещает плюсы. Я приехал посмотреть, вообще есть ли вода. Вода немного есть. Вот я разведать приехал. До машины все-таки много, вон она стоит около леса. Вот. И в общем, как бы вода есть. Вот получается немного залито. Вот пятно темное. Тоже вода. Проехать сюда получится вряд ли. Я сейчас он от леса немножко сунулся. Машина облизывается сразу. Вот. И как бы придется заносить все на себе. Получается, я говорил, что в прошлом году тоже зимы здесь были. А здесь была вообще, по-моему, пашня. И гусь садился весь на воду. Вот здесь дальше есть еще местечко. Вот тут место. Была поливалка. Трубы здесь уже нет, но пятак осталось. Тут, наверное, какие-то плиты, наверное, лежат. Вот, в общем, болото. Одно. И вот чуть подальше, туда вот метров. Вот ее, наверное, видно. Будет сейчас. Вот трубу видно. Вот она. Вот на этой вот трубе мы сидели. Вот там тоже болотина побольше. Болото побольше. Ну вот как бы, в принципе, вода есть. Обещает тепло как раз на субботу. Будем надеяться, что с соседнего района гуся шугнут. Товарищи звонили, говорят, гусь там есть у них. Но от меня 70 километров примерно. А у нас тут практически вообще нет. Я здесь даже не видел. Ни разу. И вот решил посмотреть. Можно скородок поставить вот на эту траву. Допустим, тут, чтобы под ногами потверже было. Воды нет. Здесь сухо все-таки. Один пятак. Сейчас посмотрю на том пятаке, если воды будет много относительно, то, наверное, скорее всего, все-таки туда скородок будет ставить. Не знаю, как с гусем будет в этом году. Не знаю. Но тепло, если будет, и все будет нормально, то получается открытие у нас как раз, прям как раз в кон. Но если воды не будет, она, в принципе, наверное, есть уже. Сейчас еще проеду, пару мест посмотрю. До одного, конечно, вряд ли, наверное, доеду.
Ну, на втором, наверное, тоже зябко. Ну, там просто есть на поле пятак. Мы лет 5 назад там охотились. Кукуруза была. Приехали с Мишкой вечером посмотреть. И там, короче, гуся. Я не знаю, 1000-2, наверное, было. Но мужик там один подскочил, он их спугнул. Мы про те лужи не знали. 2, по-моему, там лужи. И сели немножко в сторонке. А вот у него налетики были относительно. Но я бы не сказал, что тогда уж прям особо летел гусь. Особо он летел, когда мужик тут уехал, а мы с краткой копали. Вот он пер со всех сторон. Можно было прям в грязище падать. Вот такие дела. Не знаю, как и что. Но думаю, что все-таки что-нибудь у нас из этого выйдет. Очень надеюсь, конечно. Ну, каждый охотник, когда понимает стоимость своих трудов, естественно, он желает хотя бы, чтобы что-нибудь добыть. Вот, вода темная там вроде есть. Сейчас еще проверю. И, в принципе, можно отсюда стартовать. Дорога плохая, вот край леса сейчас ехал. Грязь уже, тем более чищенная была она. Снега, льда нету. Есть только грязь. Грязь оттаившая, отпотевшая. Наматывает на колеса уже страсть как. Вот, ну, наверное, пока все. О своих планах я рассказал. Использовать буду ружье свое, Пегасус. Я о нем не рассказывал. В прошлом году купил Пегасус. Это фирма Ата. Турецкая. Очень доволен. Вообще, ни на секунду не пожалел, что купил. Очень доволен. Ну и как бы вот опять буду с ним. Дробь использовать буду. 5-4-3. Ну, в нулевке есть пачка. Вот, на дальняка долбить не буду. Чтобы наверняка. С гусем, потому что мне не особо мне фартит. Вот, и как бы вот так вот. Дульное устройство у меня вкручен имплант. Имплант Брайли Оксид. Сужение 0,51. Долбит очень хорошо, мне нравится. Вот по земле стрелял лису 79 шагов. Не скажу, что тряпкой. В общем, она убежала, конечно. Я еще 3 раза ее стрелял. То есть, получается, остальные 2 раза я стрелял уже метров под 100. Не шагов, а именно уже метров под 100, потому что уже очень был далеко. Вот. Лису добыли. Саян ее с Шумкой догнали. Вот, и как бы успешно. Все. Вот. Патрон у меня. Фьючи есть 2 пачки. 5, 4. Нет, наверное. 4, 3, не помню. Вот, и короче, скорее всего, Чейз. 3 есть, 4 есть. По-моему, 5 даже есть. И Азот Сибирь тоже есть там, наверное, пачки 2-3. Русский охотник есть. Ну, думаю, с патронами будет нормальные, вроде бы должны быть патроны. Уж не знаю, насколько. Блин, воды очень мало. В прошлом году вот здесь был залит, все, плес вот этот был огромный вот тут.
Не знаю, если тепло не вдарит, может и прибавит водичка, конечно, может где с леса немножко дуванет. Хотя здесь косогор уже сухой практически. Да, снежку, конечно, много еще. Вот еще на трубе ветки мои стоят, кусты, скородок мой стоял. Может, там где-нибудь на бугре поставить? Даже не знаю. Вот тут была вода даже. Вот на этой вот. Тут вот я к ней на поливалку переходил отсюда. В Забродниках. Переходил в Забродниках. Примерно по пояс. Ну, тут колея просто. Отвалена была, как пахали. Водички есть немножко. Хотя бы столько. Так, в принципе, можно и там. И там можем посидеть к зеленушке поближе. Даже не знаю, как быть. Так вот и здесь, в принципе, сильно много для чего воды. Искупаться им здесь хватит. Попить хватит. Вот как подкову примерно идет. Уходит. Ну, не знаю. Что-то как специально прям сделали, наверное, чтобы, может, вода уходила. Сдвинули. Но нам не надо, чтобы она уходила. Нам нужно, чтобы ее было как можно больше. Ну, короче, в общем, все вот так вот. Сейчас еще проеду, наверное, поищу где-нибудь зимы. Если нет, то, наверное, придется сюда. Есть одно поле, мы тоже охотились, там с Мишкой это было. Ну, не знаю, год 3, может, 4 назад. Там болото было на поле тоже. Как раз в тот год я взял первого гуся своего, мы с Серегой были с утра. Потом Мишка с отцом с моим приехал. Они тоже по одному взяли. Ну и как бы доехать, посмотреть, вода там есть или нет. Я думаю, это того стоит. Вот сколько вот иду, ни одной стайки нету. В том году на открытии также было, только еще немножко холодно. Но все равно мы там сидели, в принципе, на зимях, на краю. На насыпи я прям сидел. 6 стайк пролетали. Ну, периодически начинали мотаться. Мы еще чучела ставили, даже коловоротом сверлили. Не втыкалось, земля мерзла была. Ну вот как-то вот так вот. Ну все, возвращаюсь. Сейчас вот на эту клею перейду и пойду к машине. У меня дочка там сидит в машине. Как бы не замерзла. Ну, я, в принципе, показал, как машину завести, если что. Вот, ну все, мужики. Обстановка вот такая. Похвалиться пока нечем. Кукурузы у нас нет. Здесь никто не сажает. Поэтому довольствуемся тем, что есть. А зимыми. И, может быть, где-нибудь водой. Хотя воды обычно мало. Собаки брешут. Думал, может, гагакнет где. Нет. Так, ну все, мужики. Все, пока.